Настоящий ученый, он свою жизнь перечеркивает, если он видит что-то неправильно. И все. Рабаш в своих трудах перечеркивал предыдущие заметки в Талмуде, перечеркивал и писал неправильно. И писал это потому, что так-то, так-то, так-то. Потом снова стирал. И так несколько раз, потому что это называется наука, это научный подход. Это достойно уважения. Нет ничего абсолютного. Абсолютно это гмар тикун и бесконечность, где все объединится. До тех пор всегда есть сомнения, отходы высшего, которые приходят как пища нижнего. Это говорит о том, что если ты поднимаешься, ты стираешь предыдущую ступень, она становится отходами, неправильной. Ты не можешь ей пользоваться. Тот, кто считает себя, тот, кто держит себя во вчерашнем дне, он не продвигается в день сегодняшний. Он не продвигается. Поймите это. Вся наша способность продвигаться заключается в том, чтобы оторваться от того, что было минуту назад. Иначе нет. Потому что мы все время продвигаемся только в тотальном изменении всех 10 сферот, что в нас. Усовершенствование, апгрейд всего чувства и разума. Все стирается, приходит новое. И тот, кто цепляется за что-то и не может подняться выше знания, не продвигается.